Здорово, ребятки! С вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам очередное обновление Майнкрафта 1.2.9. На моем последнем стриме с моими подписчиками мы кратко пробежались по этому обновлению, но не все мои зрители смотрят мои стримы, поэтому данное видео записываю для всей остальной аудитории моего канала. И, собственно говоря, данное обновление стоит его скачать, ребятки, поскольку в нем исправили множество ошибок. И, во-первых, исправили ошибки, связанные с читами. Вам больше не нужно задействовать параметр «включить читы» для получения координат. Теперь вы можете использовать в мире показ координат, а также настраивать распространение огня, детонацию динамита, добычу от мобов, упадение слитков, оплиток и естественную регенерацию без отключения достижений Xbox Live. Да, ребятки, я знаю, что многие из вас болеют этими достижениями, и теперь, ребятки, все эти функции, которые сейчас я вам перечислил, не будут считаться за читы. И сейчас мы все на это посмотрим, ребятки. Мы также, ребятки, исправили ряд ошибок, о которых вы сообщали на сайте. Исправлен сбой при входе в Xbox Live на устройствах с Android. Исправлен сбой при перемещении предметов в маяка, а в маяках и столах зачарований с помощью интерфейса. Криперы вновь исправлены и больше не будут взрываться при ходьбе и после того, как потеряют игроков из виду. Для безопасной зоны на экране теперь доступны настройки вертикальной и горизонтальной плоскости, изменять которые можно по отдельности на каждой платформе. Можно последовательно размещать блоки в режиме подкрадывания. Мобы будут должным образом следовать за игроками, которые несут в руках их любимую еду. Скелеты и сушители вновь будут появляться в крепостях Нижнего мира. Пассивные мобы будут опять появляться в новых областях. Ребятки, это очень круто. И, собственно говоря, давайте теперь посмотрим на новую функцию. Так, выходим из этого меню, нажимаем кнопочку «Играть», нажимаем «Создать новый», ребятки, ждем пару секунд, пока у нас прогрузится менюшка, «Создать игровой мир», и вот, ребята, World опции. Наши разработчики, конечно, спешили и не успели перевести вот эти, ребята, два слова. Но, грубо говоря, это у нас опции мира. Почему, грубо говоря? Так и есть, ребята, это опции мира. И, как видите, здесь есть показ координат, распространение огня, детонация динамита, добыча от мобов, естественная регенерация и выпадение плиток. Это все нам перечисляли в топ ченджлоке, ребятки. Ну и это не считается за читы. Это настройки мира. А вот это, ребята, уже читы. То есть, если вы отключите или включите вот эти функции, у вас будут так же, как и раньше, работать достижения. Но вот за читы, ребята, у вас отключатся достижения Xbox Live. Да, они будут попросту недоступны. Поэтому не балуйтесь, ребята, читами. Да-да-да. Ребятки, не балуйтесь. Просто используйте вот эти настройки. Они здесь тоже крутые. Ребята, думаю, что они довольно полезны. Например, вот эти настройки, они, фух, делают хардкор в нашем Майнкрафте, которого реально не хватает. Ну и практически это все, что изменили, добавили в данном обновлении. Ссылочку на пиратскую версию Майнкрафта 1.2.9 я оставлю в описании, поэтому если что, переходите и скачивайте. Ну а на этом все, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. Поэтому до скорых встреч!